Знаете, что делает орел, когда надвигается буря? Когда она надвигается, орел забирается на самое высокое дерево и ждет, пока начнет бушевать ветер. Когда ветер начинает скидывать его с дерева, он складывает крылья и бросается, падает в самую гущу бури. Там его крутит, бросает в разные стороны, а потом выбрасывает в пространство. Буря уходит, а орел парит высоко, спокойно в небе. Орел использует бурю, чтобы подняться выше. Ветер жизни иногда свиреп, но нужно учиться использовать трудные времена для своего роста и развития. Если вы хотите становиться лучше с каждым днем, читайте правильные книги. Ссылка в комментарии.